Всем привет, меня зовут Юля и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня для вас небольшой обзор магазина «Светофор», расположенного по адресу город Минск, улица Солтеса, 187А. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также оставляйте свои комментарии, какие товары вы покупаете в «Светофоре». Приятного просмотра! И начнем мы с новогодних украшений. Практически на все украшения действует акция 1 плюс 1. Елочное украшение на верхушку «Звезда» 2 рубля 32 копейки, вторая бесплатно. Елочка на подставке 12 см, 2 рубля 49 копеек, вторая бесплатно. Украшение подвесное звезды, набор из 9 штук, 4 рубля 15 копеек, второй набор бесплатно. Шарики подвесные из стекла, 12 штук, 4 рубля 98 копеек, второй набор в подарок. Порошок стиральный Ариэль 5,7 кг, Россия, 34 рубля 99 копеек. Гель для стирки 4,5 литра, Чехия, 17 рублей 99 копеек. Гель для стирки для детского белья 2 литра, Россия, 9 рублей 6 копеек. Малохозяйственная жидкая 1 литр, Беларусь, 3 рубля 12 копеек. Бальзам для мытья посуды 1,35 литра, Польша, 6 рублей 19 копеек. Средство для мытья посуды сорти 900 грамм, Россия, 4 рубля 28 копеек. Гель пенка детская для купания 1 литр, Россия, 6 рублей 85 копеек. Средство чистящее универсальное, Беларусь, 1 литр, 3 рубля 34 копейки. Ватные палочки 500 штук, Россия, 3 рубля 12 копеек. Ватные диски 180 штук, 2 рубля 72 копейки. Бумажное полотенце 2 рулона, 2 рубля 79 копеек. Туалетная бумага двухслойная, 8 рулонов, 5 рублей 52 копейки. Салфетки 250 штук, 2 рубля 35 копеек. Салфетки влажные 100 штук, 1 рубль 67 копеек. Перчатки хозяйственные 1 пара, 2 рубля 49 копеек. Мешки для мусора с завязками 35 литров, 20 штук, 1 рубль 89 копеек. Тарелки одноразовые диаметром 16,5 см, 50 штук, 4 рубля 84 копейки. Чашка кофейная одноразовая 200 мл, 50 штук, 5 рублей 69 копеек. Коврик для сушки посуды 4 рубля 17 копеек. Бокс-органайзер двойной 32,5 на 28 на 8,5 см, 15 рублей 25 копеек. Удлинитель хозяйственный 4 розетки 20 метров 27 рублей 60 копеек. Дуршлаг 3,5 литра 2 рубля 19 копеек. Комод универсальный пластиковый 5 секций 55 рублей 40 копеек. Доска гладильная 28 рублей 1 копейка. Стеллаж деревянный 4 полки 41 рубль 14 копеек. Ковер жаккардовый 0,6 на 1 метр 19 рублей 48 копеек. Салфетка сервировочная 97 на 57 сантиметров 4 рубля 13 копеек. Кружка 350 мл 2 рубля 38 копеек. Набор из 4 предметов 12 рублей 77 копеек. Сахарница 400 мл 4 рубля 91 копейка. Тарелка глубокая диаметром 22 см 3 рубля 97 копеек. Графин 500 мл 3 рубля 17 копеек. Тарелка десертная диаметром 20 см 3 рубля 18 копеек. Ваза для мороженого диаметром 10 см 2 рубля 18 копеек. Набор стаканов 6 штук 250 мл 7 рублей 29 копеек. Салатник объемом 2 литра 5 рублей 3 копейки. Форма для выпечки разъемная, диаметр 26 см, 14 рублей 10 копеек. Форма для выпечки гофрированная, диаметром 26 см, 4 рубля 25 копеек. Супер раскраска в ассортименте, 2 рубля 42 копейки. Набор из 3 водных раскрасок, 6 рублей 26 копеек. Большие пазлы для малышей, 7 рублей 97 копеек. Игры для малышей, 3 рубля 71 копейка. Кукла «Сказочный патруль» 11 рублей 75 копеек. Игрушка «Машинка инерционная» 7 рублей 68 копеек. Машинки в ассортименте 6 рублей 71 копейка. Игрушка «Мотоцикл» 9 рублей 62 копейки.
Алмазная мозаика 40 на 50 сантиметров, 9 рублей 45 копеек. Бананы 3 рубля 72 копейки, апельсины 3 рубля 74 копейки, лимон 3 рубля 86 копеек. Яблоки Беларусь 1 рубль 16 копеек. Капуста пекинская 1 рубль 91 копейка. Маргарин 230 грамм, Беларусь 1 рубль 30 копеек. Сыр мягкий рикотта 500 грамм, Беларусь 3 рубля 86 копеек. Сыр плавленый 100 грамм, Россия 2 рубля 25 копеек. Дрожжи хлебопекарные 100 грамм, Беларусь 58 копеек. Напиток кисломолочный 6 штук по 100 грамм, Беларусь 4 рубля 96 копеек. Майонез провансаль 1 килограмм, Россия 6 рублей 68 копеек. Шампиньоны резанные 800 грамм, Китай 4 рубля 98 копеек. Кетчуп 940 грамм, Россия 6 рублей 51 копейка. Тесто слоеное замороженное 1 килограмм, Россия 4 рубля 22 копейки. Кукуруза консервированная 340 грамм, Россия 2 рубля 56 копеек. Фасоль белая 400 грамм, Россия 2 рубля 84 копейки. Масло подсолнечное рафинированное 5 литров, Россия 22 рубля 52 копейки. Макароны Барилла 1 килограмм, Россия 6 рублей 4 копейки. Лапша крахмальная 500 грамм, Китай 7 рублей 52 копейки. Каша кукурузная, не требующая варки, 200 грамм, Россия 1 рубль 27 копеек. Рис Индия 1 килограмм, 2 рубля 22 копейки. Крупа гречневая, Беларусь 1 килограмм, 3 рубля 40 копеек. Чечевица красная, Россия 700 грамм, 2 рубля 80 копеек. Овсяная каша с ароматом клубники 300 грамм, 1 рубль 70 копеек. Сладости мучные 800 грамм, Беларусь 5 рублей 45 копеек. Печенье сахарное Витьба, Беларусь 1 килограмм, 4 рубля 81 копейка. Подушечки Витьба какао с молоком, Беларусь 350 грамм, 2 рубля 59 копеек. Печенье детское с лодочи 430 грамм, 2 рубля 72 копейки. Пюре фруктовое 210 грамм, Беларусь 1 рубль 78 копеек. Пюре фруктовое 200 грамм, Беларусь 1 рубль 43 копейки. Нектар яблочно-вишневый 200 мл, Беларусь 64 копейки. Нектар яблочный 180 грамм, Беларусь 88 копеек. Пюре фруктовое 180 грамм, Беларусь 1 рубль 4 копейки. Пюре фруктово-овощное 180 грамм, Беларусь 94 копейки. Чай черный ристом 300 пакетиков, Россия 5 рублей 21 копейка. Напиток растворимый шиповник 150 грамм, Россия 4 рубля 28 копеек. Чай черный 100 пакетиков, Россия 3 рубля 98 копеек. Какао-напиток растворимый 800 грамм, Беларусь 3 рубля 94 копейки. На этом мой небольшой обзор закончен. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пока-пока.